Как создают книги? Как выбрать самую лучшую? Ответы на эти вопросы юные читатели узнали в библиотеке имени Крупской. Здесь для ребят провели интерактивную программу с книгой «На ты». Ее организовали в Международный день детской книги. Вместе с библиотекарем читатели изучили построение книги, ее внешнее и внутреннее оформление. Сегодня мы расскажем детям о том, чем отличается книга библиотечная от книги домашней, какие есть элементы, которые позволяют библиотекарю очень быстро найти нужную книгу. И, конечно же, нас ждет викторина, игры, а в конце призы. Библиотекарь рассказала детям об удивительном мире книг, которые всегда под рукой у человека. Книга, как настоящий друг, посоветует, поможет, многому научит. Любовь к чтению разделяет и классный руководитель детей начальной школы номер 81 Вячеслав Валаев. Учитель признается, что современные дети редко читают книги, и их сложно оторвать от экрана телефона. Но у молодого педагога есть своя методика. Любовь к книгам я им стараюсь прививать. Также на переменках у нас бывает, в телефонах они не сидят. Мы телефоны обычно даже в начале рабочего дня собираемся. И вот на переменках они сидят, читают книжки разные. Вот у них есть своя личная библиотека в классе, куда они могут приносить свои любимые книги из дома. Большое внимание детей привлекла книжная выставка. Они с большим удовольствием и интересом рассматривали книги, журналы и энциклопедии. Чтобы они знали, что книга – это не только пыльные страницы, это что-то музыкальное порой, это интерактивное, это виртуальная реальность, а самое главное – это развитие нашего воображения благодаря книге. Ребята с интересом наблюдали, задавали вопросы, рассказывали о своих любимых авторах и произведениях. Завершилась встреча экскурсии по библиотеке. Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.